Вчера ездил на ТО, сделали там масло, поменяли малышу, все сделали ему, фильтра всякие. И увидел, сколько стоит такая машина, Toyota Land Cruiser Prado 2022-2021 года. Я просто ошалел. 9-10 миллионов рублей, 100 тысяч долларов. Такая машина. Я ее купил намного дешевле, да, в автосалоне, в том же. Поэтому цены, конечно, кусаются. Но я вам не рассказать о том, что машины дорожают и так далее, рассказать. А хотел с вами поделиться. Смотрите, у меня есть праздничные скидки на все обучающие курсы. 40%. Поэтому какие? Это флагманские продукты. Это формула стабильных денег. Это инста на 100 тысяч рублей. Это автопилот для заработка, YouTube Shorts и генератор денег 2.0. Да, вот автопилот, автоматические воронки в Телеграме плюс Телеграм-канал. Как это работает? Давайте посмотрим на примере автопилот для заработка. Нажимаем, переходим на эту обучалочку, опускаемся вниз. И мы увидим с вами, что в тарифах тут цена не изменилась. Но если мы нажмем, например, оформить заказ, то скидочка автоматически включается. Видите, минус 40%. Уже автоматически сюда включено. Естественно, можете воспользоваться сразу предложением купить VIP персональный. Тут осталось одно место, да, со скидкой 40%. Это выгоднейшее предложение. Поэтому, ну, нужно, я считаю, нужно брать. Также на все вот эти вот обучающие курсы действует скидочка 40% в честь 23 февраля, 8 марта и так далее, в честь вот этих дней. Каждый день скидка будет уменьшаться, потом 35% будет скидка, 25% и так далее, и так далее. Вплоть до того, что скидки может и не быть вовсе, и цены вернутся на свои места. Поэтому записывайтесь на обучение прямо сейчас со скидочкой 40%. Да, и думаю, что такую же машину тоже в скором будущем можно будет приобрести. Она-то была заработана исключительно из интернета, этих ваших самых. Я же работаю только в интернете. Поэтому не хвастаюсь, а просто мотивирую на самом деле. Поэтому не воспринимайте это как хвастовство. Я и так сейчас машину не показываю вообще, да, в своих видеороликах. Потому что мне многие говорили, хвастаешься, хвастаешься. Да нет, я просто мотивирую на самом деле, что это возможно. В интернете есть денежки, не только на работе работать, но еще и в интернете можно зарабатывать деньги. Ну, с учетом того, что если вы хотите дополнительный доход, если вам нравится своя работа, это можно совмещать. Если вам не нравится своя работа, то, конечно, нужно с нее как можно скорее уходить. Но перед этим не просто уходить, уволиться, но перед этим нужно научиться зарабатывать в интернете. А уже потом со спокойной душой, чтобы не подводить себя и свою семью, увольняться после того, как вы уже научитесь зарабатывать и начнете. Вот. Просто так не надо говорить, все, я пошел, ухожу и... Нет. Я работал инженером-проектировщиком, кто не знает, 8 лет. И практически все эти годы параллельно работал так или иначе в интернете. Потом последние несколько лет я только в интернете работал. У меня были интернет-магазины, я работал с Авито, работал в площадке. Потом начал Ютубом заниматься и уже плотненько-плотненько ушел только в интернет. Но вышел когда на доход там 100-200 тысяч рублей, только после этого я уволился с основной работы инженера-проектировщика. И также рекомендую делать вам. Заработайте столько же, выйдите на стабильный доход соизмеримой с зарплатой, тогда можно увольняться. До этого увольняться не стоит. По вечерам работал и все отлично, да, приходил часик в день, более чем достаточно для того, чтобы научиться зарабатывать деньги в интернете. Но часик в день каждый день, да, выходные там побольше. И, собственно, все эти знания я выкладываю, вот, вкладываю, точнее, вот в эти вот обучающие продукты, чтобы у вас, ребятки, тоже были знания, потому что людям надо помогать. Очень много материала выкладываю на вот этот YouTube-канал бесплатно, ну, а кто хочет там поподробнее все, что проживали, пошаговые инструкции, это, конечно, нужно вот в эти обучающие продукты. Я сам инвестирую в свои знания каждый месяц, ну, 1-2 курса я точно покупаю, чтобы не приобретать этот опыт самостоятельно, то есть не ковыряться, а чтобы мне кто-то по полочкам все разложил. Также я работаю и, допустим, с автоворонками также приобретал обучение, также я приобретаю обучение в различных сферах, и в рекламе, и так далее, и в маркетинге, и в продажах. И по Ютубу также у западных гуру я тоже
приобретаю обучение и постоянно чему-то учусь, совершенствуюсь и так далее. Вот, поэтому и вам тоже рекомендую постоянно обучаться и, главное, применять эти знания на практике. Да, поэтому, ну вот, не хвастовства ради, но, видите, поэтому все возможненько. Вот, все, ссылочка на обучение находится в описании под видео. Будем с вами работать.